Запечатлеть яркие эмоции теперь можно и в формате селфи 360. Именно настолько градусов камера делает обзор стоящего на платформе человека. Такой проект – новый шаг в развитии ивент-индустрии Тобольска. В наше время, наверное, очень популярны в соцсетях именно видеообзоры, потому что они говорят больше, чем тексты. И порой за съемку там, в 12 секунд можно сказать о многом, о большем. Надо стоять на платформе не статично, а производить какие-то движения, а потом программа сама обработает этот видеоролик. И, в общем, чем активнее ты себя ведешь на платформе, тем круче получится ролик. Программа обрабатывает снятое видео в течение 30 секунд. На ролик можно накладывать логотипы, слоганы и анимации, ставить любые хэштеги, например, «Любимый Тобольск». Готовое видео можно применять где угодно, от рекламы товаров и одежды до личного пользования. Да, есть впечатление хорошее, там очень эффектно получилось. В городе Тобольске это первая такая, ну, вообще съемка, и очень классно придумали. Вот, нам понравилось. Идея проекта «Селфи 360» у предпринимателя Ольги Туршевой появилась еще в 2019 году на бизнес-форуме. Чтобы реализовать задумку, она получила финансовую помощь в размере 192 тысяч рублей. Средства были выделены по программе содействия самозанятости через кадровый центр «Работы России». Для больших городов это, так скажем, не новинка, но для нашего города, тем более в год креативных индустрий, я подумала, что это как раз вот тот самый момент, когда нужно завести этот проект. Вот при помощи «Работы России» мы сделали этот проект. Конкурентов в нашем городе у нас нет. Такую же финансовую поддержку в этом году оказали еще 7 безработным тоблякам. Чтобы получить ее, нужно состоять на учете в Центре занятости населения и разработать свой бизнес-план. Его рассмотрит рабочая группа, и, быть может, в Тобольске появится еще одно новое направление для бизнеса. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, «Тобольское время».